Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, который отдал жизнь за свободную демократическую Беларусь. И вот такой политический заключенный, как Игорь Лосик, который уже 500 дней, фактически 1500 дней своей жизни отдал за то, чтобы Беларусь скинула с себя этого узурпатора Лукашенко. Фактически этот человек стал заложником системы лукашенковской. И я хотел бы выразить благодарность Игорю Лосику, который имел смелость, честь и гордость выступить против этого диктаторского режима, и за что и страдает. Но я вам хочу сказать, вот такие вот политзаключенные — это люди чистой и честной совести, люди, которые отдают свою жизнь не для того, чтобы зарабатывать на отдых лукашенковскому сыну Дмитрию, который в Дубае сейчас греет зад свой и жены, и детишек своих. И вот, а этот человек именно патриот своей страны. Игорь Лосик, держись, мы с тобой.